Если брать суммарно общее количество боев, которые проводят спортсмены, то на двоих они сегодня проводят 50-й бой. О, какой лоу-кик. Смолдарев не раз отвечал в интервью, что ему необходимо очень энергично начинать свои поединки. Да, у Расулова очень много побед именно нокаутами. Умеет он это делать. Вообще, своя армия фанатов в Санкт-Петербурге у него присутствует. Очень неплохо сейчас и коротко провел левым боковым. Кстати, если проводить аналогии между поединком Салиткерия с Петербург, но Денис. Очень хлесткий лоу-кик. Разозлился Салиткерия. Да, теперь уже Салиткерия била защитную раковину даже. Уху, просто искры полетели. Начали откровенно рубиться уже. И тут в этом противостоянии единственный бой в тяжелой весовой категории на сегодня. Ну, в целом, наверное, больше активности. На встречу тейкдаун может получиться. Здорово поймал Смолдарев. Но нет. Здорово. Тяжелейший. Рука на месте, хайкик очень хороший. Но справедливости ради стоит отметить, что и не вкладывался в этот удар. Бороться в этом поединке здесь желание рубиться. Не рискует. Каждый старается навязать свой рисунок боя. Не более того, Салиткерия работает по сравнению даже в 2020 году. Да, Смолдарев выглядит интереснее, активнее, сильнее. Зашел. Пускай на небольшом расстоянии. И здесь попадает Салиткерия. Включается. Камерфисты. Одно, второе, третье, четвертое. Максим Ротанов. Одно действие. Булганский танк действий. Вот. Самое попадание. По диагонали вниз получается. Булганский танк. Россия!